все здорово, супер, выигрались. Мне кажется, это самое главное, наверное, сегодняшняя победа была даже, сказать, как, даже нужнее, чем вот, как с Казани, вроде 5-0, да, но здесь 3-0 проигрывали, вытащили. Я думаю, сегодня показали характер. Да, начало было немножко неважное, так как, ну, наверное, все-таки тоже сказывается результат с Казани, 5-0 где-то. Чуть-чуть вышли не собрано, но хорошо забили в первом периоде гол, я думаю, от него оттолкнулись. Во втором, между первым, после первого периода получили немножечко, как говорится, мандюлея тренера. И каждый достал из себя все, что мог. И вот итог этого матча 5-3, 3 очка у нас. Просто спокойная игра, как и надо, через борт, в зонку, без потерь на синей линии, что нам и принесло. Голы, сами все видели. Я думаю, просто простота игры, и это самое главное. Изменения во внешнем виде с чем-то связаны? Наверное, немножечко изменил, потому что не получилось и забивать, как видите, не получилось. Плюс такое поражение от ушей, недоволен игрой, из-за чего пропустил игру с Казанью. Вот приехал, посоветовался с супругой, она предложила сделать вот такое вот небольшое изменение на лице. Ну, как видите, получилось. Теперь, как говорится, новое отращу и там посмотрим, что дальше будет.